Посмотрим, как работает рандом в Clash Royale, каких он подбирает противников. Так, вот здесь у меня получаются карты с 8 по 10 уровень. У соперника с 9 по 10. И тут... Тут он меня победил. Посмотрим повторчик. Убирает мега рыцаря. Электродракона Ионова. Конечно, бред. Такой подбор карт, это вообще несерьезно. Я уже не говорю про уровень башен, то КП больше. Это фигня. Правильно, это фигня.
еще интересное есть, нету? Так, 9, 11. Ну вот, 9, 11, и тут я победил. Посмотрим. Хорошо. Ну, тут противник сам, видно, подтупливаю его немножко. Подкаты у него прокачаны. Но и сделать он не смог ничего. Вот 9, с 9 по 11 у соперника, и я его как-то победил. Посмотрим это. Убивать.
Ручки. Тут десятые, двенадцатые. Ну, напоследок можно вот такой бой посмотреть. Как работает рандом в Clash Royale. Чтобы в общем, вот так, ребят, как у вас дела обстоят. Все, пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, не забывайте. Давайте. До встречи.